И снова здравствуйте. Факты и закономерности о разнообразных выточках. Выточка. Важный и неотъемлемый элемент преобразования плоской выкройки в объемное изделие. Выточка состоит из вершины, сторон, выходящих из вершины, и центральной линии середине. Ширина раствора выточки – это расстояние между сторонами, рассчитанное на краю детали срезе. По средней линии рассчитывается расстояние, замеряется от среза до вершины. Также ширина раствора выточки может быть задана на некотором расстоянии от вершины, после чего стороны продлеваются на заданном расстоянии до края среза, приходя к срезу тем раствором выточки, который получается в зависимости от удаленности вершины до среза. Из этого исходит первый факт. Чем дальше от края расположена вершина выточки, тем длиннее стороны выточки, шире раствор у этого края среза. При переводе на какой-то другой участок выточки в части или полном формате, чем дальше расположен будет срез, куда будет перенесена выточка, тем больше ширина будет нового раствора. Порой выточка переводится для последующего сутюживания. Например, часть нагрудной выточки часто переводится к пройме. Для красивого и правильного облегания изделием плечевой части переводится небольшой фрагмент выточки к пройме и сутюживается. Поэтому для расчета оката рукава можно прочесть такой момент. Замер длины проймы проводится без учета длины проймы, пригодной к сутюживанию. Для выточек по диагонали излишнее раскрытие может стать причиной провисания крой по косой. Выточки можно закладывать складками, застрачивать внутрь, наружу. Можно срезать центральную часть, разутюжив стороны в одном направлении, перегнув в разные стороны из-за толщины ткани. Можно сутюживать, совместив шов и сутюжку. Одну и ту же ширину раствора выточки можно одновременно обработать, часть заложив выточку, часть подвергнуть сутюживанию, то есть формованию. Одну широкую выточку можно разбивать на несколько, переводя при возможности и необходимости к другому срезу вторую часть выточки. Например, к пройме, боку, горловине, центру изделия, к талии. Выточки можно совмещать. Например, из разных направлений грудь и талия можно перевести все в одну выточку. Допустим, это будет клешение по талии. Можно промоделировать изделие, совместив две выточки, нагрудную и талиевую, допустим, к уровню между талией и бедром, сантиметров на 10 выше линии бедра, по диагонали, прямой или округлой линией. Несмотря на то, что это просто моделирование, данный процесс имеет свое название – косая выточка. Последние годы распространилось название именно для этой выточки – французская. Выточка может располагаться относительно центра изделия и параллельно, и под наклоном. Это создает и зрительную иллюзию, и фактически разный перемещаемый объем. Для разных силуэтов используются разные выточки. В зависимости от того, какой должен быть образ, силуэт, какому срезу, насколько он наклонный, переводится выточка. Выточки не доводят до самого острия, до вершины, чтобы не делать форму острого конуса, не привлекать внимание к центру. Саму вершину, излишние миллиметры, которые там остаются, принято сутюживать, то есть уменьшать площадь детали, сближая между собой нити с помощью влаги и тепла от горячего утюга. Центр выточки строят выше, чтобы хватило для припуска. Выточки могут быть одна- и двухсторонними, причем неравными в этих направлениях. Рекомендуется по талии в боковом шве распределять выточку на 1 см больше к спинке. А недостающие на полочке полсантиметра, сантиметрик, можно
объединить, например, с нагрудной выточкой. На линии талии выточки вершинами не доходят до важных объемов, до линии груди и линии бедер. Если необходимо талиевые выточки продлевать выше линии груди или линии бедер, например, переводя их в рельефы с нагрудной выточкой, допустим, то это заранее учитывается при построении ширины сетки. Талиевая выточка не доходит своими вершинами до линии груди на 2-4 см. Для малых размеров 2 см, для достаточно больших размеров 4 см. Около 5 см талиевая выточка не доходит до линии бедер. По форме выточки бывают самые разные. Выпуклые, прямые, вогнутые. В том числе совмещение разнообразных выпуклых и вогнутых одновременно в одной выточке. Выточки бывают наклонные, прямые. Выточка плечевая должна быть не больше 3 см. Если выточка плечевая составляет, допустим, 5-6 см, то она делится на две выточки. Выточка на лопатке, если она переводится к плечевому срезу, расположена на расстоянии 4-5 см от горловины. Длина выточки не менее чем в 3 раза превосходит ширину. Не рекомендуется ширину раствора выточки брать больше 3,5 см. На жесткие ткани максимально должно быть 2-2,5 см. Минимальная ширина выточки начинается от сантиметра. В тонких тканях при обработке выточки заутюживают в сторону центра изделия. Место расположения выточки, спинки и полочки зависит от формы изделия. При округлых мягких формах изделия выточки по линиям через центры лопаток груди. Для создания более уплощенного изделия выточки располагаются ближе к проймам. Самое крайнее положение центральной линии выточки на спинке – это 40% ширины спины от центра спинки. На полочке, если строятся две выточки, то расстояние между центрами основной и добавочной выточек – это примерно тройная ширина выточек. Таким образом, для округлых изделий на полочке выточка может быть построена на уровне вертикали под центром груди. Если необходимо более плоское изделие, то можно сместить в сторону проймы. Если выточек две, то смещение должно быть таким, чтобы между двумя выточками было расстояние не меньше, чем в 3 раза превышающее ширину выточки, и, соответственно, добавочная выточка не сместилась слишком близко к боковому шву. Выточки с разных деталей, сводимые к одному срезу в один шов, гармоничнее выглядят, совмещаемые в одном срезе совпадением в одной точке. Например, выточка плеча спинки и выточка нагрудная. Будучи стачанными, гармоничнее смотрятся, когда к плечевому срезу они подходят к одной точке, становясь одним швом. Например, платье отрезное по линии талии. Гармонично смотрится выточка лифа и выточка юбки, подводимые к талиевому срезу в одну и ту же точку, становясь одним швом, продолжением друг друга. Естественно, это заранее планируется при разработке выкройки. Для того, чтобы выточка смотрелась параллельно какой-то линии, например, плечевая выточка располагалась более параллельно центру спинки, необходимо вершину смещать в сторону линии стороны выточки, ближе расположенной к центру изделия. Это укоротит немного длину выточки, другую сторону выточки сделает длиннее, но будучи совмещенной, выточка будет выглядеть параллельнее центру спинки. Одна из сторон выточек должна быть ведущей, задающей направление шва. Если обхват бедер больше, чем обхват груди, то обычно выточка в боковом шве не должна быть более 1 см. Боковая выточка из-за расположения самого большого прогиба
Самая глубокая. У косой выточки округлыми линиями одна сторона длиннее. Ее припосаживают. Внутренний срез чуть выше среза детали располагается. Коническое членение проводят через вершины выточек, которые при необходимости несовпадении с линиями членения переносят, перераспределяя ширину раствора выточек. Если у выточки несимметричные стороны, для того, чтобы грамотно соединить стороны в шов, выточка должна быть разрезная. При раскрое по косой выточку лучше располагать по основе или утка. Надеюсь, с этими нюансами ваши конструкции будут сразу более правильными. До скорых новых встреч!